Добрый день, уважаемые трейдеры! Технологический сектор переживает нелегкие времена, так как на прошлой неделе опасения замедления роста вновь вышли на передний план в связи с неопределенностью торговых споров между США и Китаем. Потери фондового рынка США углубились во главе с акциями Apple, которые все еще показывают самые высокие темпы спада. S&P 500 потерял 3,8%, в то время как индекс доллара США ICE вырос на 0,6%. Основные мировые фондовые индексы понесли значительные убытки на прошлой неделе. Индекс Dow Jones понес наибольшие потери, упав на 4,8%. Большинство основных валютных пар поменяли направление собственного движения, в то время как диапазон колебаний сузился. Австралийский доллар снова зафиксировал самое большое изменение. Он оказался на 1,4% ниже по отношению к доллару США, практически полностью стерев прибыль предыдущей недели. Выступления и комментарии представителей Центрального банка, а также заседания ФРС будут находиться в центре внимания на этой неделе, поскольку трейдеры озабочены вопросом о возможном изменении текущей политики ФРС относительно планов повышения процентных ставок на 2019 год. События вокруг американо-китайского торгового противостояния без сомнений внесут свои коррективы в текущее положение дел на мировых рынках в преддверии запланированной встречи Трампа и Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. На этом все. Увидимся на следующей неделе.